Всем привет, на канале Масалим. В работе у нас Ford Focus 2. Делаем жидкие подкрылки. Закончили наносить полимер. Вот так это все выглядит. Нанесли все сплошным слоем. Слой достигает 4 мм. Также в подарок проклеим штатный локер таким вот шумопоглощающим материалом. Толщина его 4 мм. Ну и вкратце покажу, как это жидкая резина, скажем так, работает на примере колокольчика. Вот с левой стороны у нас колокольчик голый, как звенит справа, обработан. Сами можете услышать разницу. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал.